Что там у нас? Сфотографировать, раз... запись, 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 запись. Я включил, не волнуйся. Я тоже. Я не включал. Ты лучше загружайся быстрее. О. Стараемся. Блин, все снасти похватали. Сегодня я буду пиво. Ты и так пиво проливаешь каждый раз. Опа, где-то что-то бросил, да. Прям подожди. Призрачный? А, да, да, он бросил, подожди, в районе что-то... Подожди. Да, в районе детской комнаты. Ты тут косточка, кстати. Во-во-во, видишь, возле двери летает. По окну постучал. Но отпечатков нету. Ты здесь? Дай выйдем. Просто хотя. Дай ему выйти. Ты рядом, а может всем отвечает? Может быть. Дай мне знак. Ну, обычно такого не происходит. Ты молодой? Ага, ответил. Ты молодец? Так, что мне схватить? Так, огонек, да? Блокнот? Блокнот уже стоит. Я кидаю крестов так, тогда. Кресты взяли. Вот это, вот это. Сейчас посолим, что он на полу отпечатки оставил, если они у него есть. Надо посолить. Куда-нибудь в бок. Косточку фоткали, все, все фоткали. Прошел по соли. Отпечатков нет. Угу. Косточку нет, не сфоткали, вон она лежит. Пойду этот предмет поищу. Так, это не карты, не зеркало. Ничего, соль возьму. Не лапка. Так, взял соль. Это кукла. Вот так. Вот куклу. Детская 6 градусов. Не, ну призрачный огонек не в детском был, снахуже. Он просто там что-то бросил в детской. Потому что МП на тройку тут сработало. 4 градуса. Ну тут пара, там нет. Ну, в детской ты сказал 6. А здесь сколько? 7. 8,5. По соли прошелся опять. 5 градусов. Нахтутно. Так, рисуй давай. Стабильно 5, кстати. Ну, пары изо рта нету, кстати говоря, в коридоре. А вот в детской есть. А как он что, позначенный сквозь дверь просочился? Дай нам знак. Опа. А чё? Он открыл вот эту дверь, спальню родительскую. Значит, по-любому в коридор. МП-2. По-прежнему 5 градусов. Еще раз по соли прошелся. А, соль, соль. А вот пара изо рта пошелся. Я уже сфоткал, блядь, ты чё? Новые следы. И что? Больше денег дадут? Можно одну и ту же дверь фоткать до посинения. Ты же видел. Там же ролик кидал, по-моему, или кто там кидал. Я тебе дал ролик. Аналоговый есть у тебя этот термометр, Дима? Вот, 5 градусов. Да, стабильно в коридоре, 5 градусов. Да. Зайди в эту детскую, посмотри. Опа. Будет меняться. Детская сгорела, кстати говоря, раз это самое. Он в детскую переместился, походу. Распятие. А, подождите, а мы включили отопление? Да, я включила же ведь. Да, свет есть. Детская падает. Ну, я говорю, он в детской, потому что в детской распятие сгорело. Давайте сюда один лазер хотя бы переставим. Несу, несу. Ага. Так, эффективно будет здесь. Опа. Опа. Дай-ка сюда еще один крест. Кину на всякий случай, чтобы мы обезопасились. 100 градусов. 0 градус.
А у нас что такое есть? Только радио. И огонек же. Сами говорили. Позвольте, пока не до конца, так как это может разуметь. Горел, может быть? Нет, не может быть. Огонек тут летает, все, он переместился. Огонек в детской. Знаете, где второй крест тут валялся? Я перенесла его в детскую комнату, потому что первый крест горел. Иначе, наверное, бы началась бы уже атака. Да, полностью. Два раза. Пол градуса. Думаете, минусовая будет? Ух, ё, а чё у меня так рассудок-то просел? Он вроде не... Опа, у вас гостовент, да? Я успел... Нет, не успел. Опять распятие сгорело. Бегите, ребята. Да это хорош фотки распятия. У нас одна фотка на призрак осталась. Так, пойду-ка я к вам с благовошками на всякий случай. Кто-нибудь уже смотрел шкафчики свободные? Есть где-нибудь? В случае сейчас, беды. Сейчас гляну комнату пацана, на всякий случай. Да, комната пацана. В коридоре свободно, если что. А какая же третья улика-то? Все-таки минус. Опа! Вот теперь точно беда будет. Три градуса. Мишка уронил. Три градуса. Три? То бишь это не минус. А что тогда? Ладно, так потому что призрачный огонек у нас на деле Тамара и Каен Рио тогда могут. Сила текаем. Так, Мара и Каен Рио. Да, я спрошу, что призрачный огонек настоящий. Успел сфоткать? Я не фоткал. Да, да, фоткал три звезды. Все, можешь выбрасывать фотик, все равно фоточки закончились. Аппарат с Едином Ман закончил работать. Опять священником придется. Где мою кадилу? Так, подожди-ка, а Йоко, которая реагирует на звук как раз? Во время охоты слышно только тех, кто находится рядом с вами. Ну, рядом с ним, в смысле. Ну, он на лазерке бы появился, не? Звук разозлит его, повысит вероятность нападения на вас. А, кстати, у нас там камера. Камера-то есть? Да. Я в детскую поставила же камеру, и одна в коридоре стоит. Ну все, ждите. На лазерке не появится. Вижу призрачный. Ну я говорю, она в детскую переместилась. Не, может она и была в детской, просто она в дверном проеме призрачный гонёк. Дверь. Ну, нет, на радио ответил он мне в коридоре, что самое интересное. Причем не в маленьком коридоре, а в большом. Но это считается вроде как одна комната. Делаем выводы, господа и дамы. Это Анрио. А у Анрио что там должно быть? Где? Минусовая. У остальных слишком очевидные такие улики. Ладно, я Анрио можно нас с огнем проверить. А Йоко можно во время охоты, если что-нибудь пиздануть. Может, она прибежит. Я взял термометр, сейчас померяю. Это ты? Свет клацнул? Да. Или есть она? Минус! Есть минус! А, подожди, я сейчас щиток проверю, он... Да все уже, это Анрио! Поехали. Да, атака. Димон, атака. Только посмей сдохнуть. Это будет фиаско. Падр сатане спит и нахуй сюда. Блять, ты ко мне в подвал спустился, сука, что ли? Все, закончилось. Не сбежал. Просто заныкался. Тыкай, тыкай, куда ты пошел? Тыкай из дому. Я убедился, что это минус, потому что я отопление же был выключен. Да кого ебет отопление? Можно его не включать. Угу. Это минус, то минус. Сбежать будешь бегать, сбегать, нет?
Так. А, да. А, блин. Сейчас сбежать? Я что-то уже все расставила на место. Да, давайте я сбегу. Если я сдох, хотя бы один сдох. Бери напалм тогда и вперед. Второй тоже возьми. Ни одного хватит. Чтобы сдохнуть-то да. Ты сразу в шкаф лезь. Я в подвал побегу. А, нет, надо убежать. Почему в подвал? Там есть где прятаться? Да, да, да. Угу. Просто можно и в соседнюю комнату залезть. Будет норм. Ой, как в том ролике. Точно, топ мне уже нельзя сфоткать. Жалко. Почему альбом такой маленький? Почему нельзя выбрать фотку, попишешь? Самый главный вопрос, почему они не кликабельны? Типа, чтобы, да, поближе взять, рассмотреть, да? Угу. Так взять, открыть, сохранить ее отдельным файликом. Будет тебе превьюшка. Прикольно? Нет, другой вопрос. Не, она у нас... не сохраняется отдельным файликом, но она в маленьком разрешении. Она маленькая, в любом случае. Я говорю, почему нельзя открыть ее, то есть она увеличится у тебя в большом формате. У меня другой вопрос. У нас цифровые фотоаппараты, зеркалки, а фотки у нас вклеенные, блять, как будто на полароид. Какого хрена? Нереалистично. Пошли, а у нас таблички эту принтер не видишь? Монологист. А чё она охоту не начинает, скажи мне? А, пошла. А, нашла. Ну. Пошла ебать. Ну что ты там? Дрочишь. А где он помахал перед её ебалом? Какой хитрый. Судя по всему, она где-то на втором лазит. Здесь с дверями хлопает. Ну, в смысле, на... не всё, на кажется, вашем. Да? Да. Вы да? Сбежали. Поздравляю вас. Валим отсюда. У меня нет запасного кодила, поэтому побежал. У меня есть, я про то, поэтому я пошла с тобой. Диман мастер проливания пива. Что вообще? Да, о я пиве, у себя да, в рот прям лью, прям не щадя. Все, все отметили, что это Unreal. Да. Так, подожди, подожди, так, помру. Смаксон самый адекватный по мозгам. Отлично. Ведет нас в психушку по-любому. Сдавать. Этот может. За деньги, обязательно за деньги. Нету денег, нет конфетки. Сбежать, рассудок сфоткать. Все понятно. Так. Этот уже аналоговый схватил, гадюкин. А он всегда его берет. Аналоговый с собой. Чтобы бросить в комнате. Он долго охлаждается, вот зараза. Так, карты Таро и сразу его в первой комнате. Он... По нему, по крайней мере, видно, как охлаждается. Зачем мне сюда идти? градусов. Вижу нихуя. Тринадцать. Maybe это подвал. Сейчас кажется, что это гараж, блядь. Нет, тут нет. Дай нам знак. Не подавал нихуя. И кто-то умер сразу, да? Ладно, в гараже у нас никого не было. Кроме Юльки. Возможно, гараж, потому что здесь 8 градусов. И остывает. Это много. Остывает, если...
Бывает. Но тут никаких происшествий, так сказать, нет, и ничего не лежит. Где твой аналоговый, который ты хвалишься? Сейчас. 6. Но если опускается, то это... 5. Это гараж, короче. Ты здесь? Ты рядом? Дай мне знак. Такая, пошла. Ты молодой? Ты старый? Либо не гараж, либо не отвечает. Взял книгу. Крутой. Так, это здесь пошел пар изо рта. В гараже? Да, пар изо рта пошел. 5,9. Ну и на это, во всяком случае. 5,7. 5,5. 5,4. Ты по одной? О, 6,8. На аналоговом вроде как 4. 3,5. Сейчас Дима скажет 3,5, да, вот эту вот рисочку маленькую прям. Ну я ж его в руки беру, поэтому мне ж лучше видно. Только я в руки беру, алло. Крестов тут накидаю. Опа. 2 ЭДС было. 2. Еще 2. Ладно, я на камеру сейчас гляну, призрачно гоню. Ну вот, как и не было, так его и нет. Ладно. Так, беру соль. 2 банки соль. А ну выкину там где-нибудь. За гаража. 3 ЭДС. Так, тут на столе одна банка. Видишь, как быстро выдыхаешься тут. Что, я? Есть следы, я? Есть следы. Ультрафиолет. Фоткайте, фоткайте быстрее. Мне я нечем. Ой, вон она стоит, фоткай. Мне нечем. Да бегу я, нет, блядь, бегу. Чё фоткать, где фоткать? Вот на меня. Все, она ушла уже. Вот видишь, ЭДС 5. Не вижу следов на полу, но сфоткаю. А они уже пропали. Они быстро. Следы в соли зато в любом случае. О, а тут соль, если она сейчас по нему пройдет, сфоткаешь. ЭДС. Во, прошлась. Во, во. Фотка, фотка, прошлась. Фотка, фоткай. Так, у нас МП5 и ультрафиолет есть, отлично. МП5 было? Да. Пол был градуса. ЭДС-5. Пол градуса, это может быть минус. Так, вот, чё. Так, а косточку находили? А сейчас что она сделала? Щиток лопнула. Не, щиток я прыгнул, чтобы лазерки не мешать. Нет, я найду ДДС, на щиток реагирует. Все уже. Где, где, где? Блять, я ее не вижу. Вот она перед. Все уже, перед камерой была. Ма, это тень маленькой девочки. Блин, будет сложно сфоткать. Да. А чё у нас просу... А, мы не видим, да? Воу, вот она, подтоп... Она прям на Максона, под Максоном прошла. Так я в приборе она... ночного видения не вижу, нихуя. Нет, я ее видел в приборе, просто она ползла. Она прям под твоими ногами. Ты шаг делаешь, она за тобой. Мне не показывалось, короче, ладно. Ладно, а косточка у нас где? Или какой-то... Так в первой же комнате я же сказала, там и карты, и косточка. А, сейчас сфоткаю. Распятие. Макс, сфоткай распятие. Так, проверяем на Джина, нахуй. Пойду-ка я возьму вонючку на всякий случай. Свет пока не включаю. Да он... градуса? Ну, она не покажет, но, возможно, это минусовая и Джин. А одной же улики, да, у нас не будет живить. Или у нас только... А, у нас... Ну, у нас две, правильно. Третью он не даст живить.
Ну, может не дать или не даст, в Нет, принципе. он, а там написано, что он будет скрывать одну, я прочитала в условиях. Ну, сейчас посмотрим. Ты чё, блядь, собака, Уехать нахуй? хочет. Ехать хочет. Не нравится без света. Почему я ее, кстати, не вижу в BNV в своем? Кстати, а Вот тут здесь можно за спрятаться? креслом можно спрятаться. За шкафом туда. Еще одно распятие скорее. Здесь Не нету фоткай. места. Не фоткай, главное, Да распятие. я не фоткаю, блядь. А, это уже второе распятие скорее. Половина, точнее. Ну и что? Так, полагаю, отойти сюда, потому что вряд ли это будет лазак. Уж точно. Да уже третий не будет. Ой. Блять, пиздючка реально. Успел? Да. Блять, не кидайся мне книгами. Я выложу твою, я обработанную фотку в Инстаграм. Где мы будем прятаться, вопрос. Вот здесь за креслом, Макс. Я вот как раз хочу Кстати, посмотреть. рассудок выпал, рассудок к вам сбежать. Нам. Ну, ждем атаку. У нас рассудок, я так понимаю, уже близится к нулю практически. Так, еще раз пять раз горел уже последний раз. Последний раз горел раз пять. Макс, иди сюда, 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 сюда. Охота. Нет. Нет, это не охота, это гоствент. У нас же цель сбежать, надо ее привлечь. Тут сюда в коридор выйдя, она все равно Это сюда она пойдет. пока просто рассудок нам сливает. Опа! Дымка. Напугает. Это точно не Так. они. Да в коридоре не на кухне стой, ёбаный рот. Она могла переместить, кстати говоря, в коридор. Точнее, на кухню я имела в виду. Какая хуй разница, где я буду стоять? Она в тебе заспаунится и убьет тебе, ход продолжится. Ничего. Ой, аж мурашки побежали. А я слышал, копу позвони. О, теперь в коридоре лампочки лопнули. У нее гоствинты все в коридоре. И на кухне нехорошо. Мне кажется, она прям тут начнет атаку. Атака. Гоняйте. Я повонял, но походу нас сожрут. Иди отсюда. Ушла. И нахуйся. Прикиньте, она ушла просто в подвал. Сейчас выйдет. И жопа нам разорвет. Я спер мобильник. У нее. Ты, блядь, С ее с клептоман. Инстаграма. Сейчас я ей фотку выложу, подождите. Загрузить, отправить. Все. Фотка классная. У этого призрака. А какая превьюшка Да! выйдет? Не Мюллинг. Да. Не Джин, потому что она все продолжала Хуяли кричать. не Джин. Нет, Хуяли почему, не кстати Джин. говоря, может быть Джин. Да? На Джина пока что 70%. Слушайте, Уверенность. подождите. У Абаки есть возможность... Да, менять... Кто-нибудь видел во время атаки ее? Она меняла обличие? Хотя бы на Нет. секундочку. Нет. Ни Ну, там Абачи, ни же Мюллинг. шансов Не сколько? Абаки, значит. С 2%? Гарё тоже отпадает, потому что, несмотря на камеры, она один хуй проебилась. Да и сваливала она нормально так от места смерти. Горю редко уходит от места смерти.
А место смерти, я так понимаю, там, где косточка. Видимо. Горев проходит вблизи лаза, но твое присутствие Все, нужно взять, что заметить. там место смерти, ладно. Будет прятаться от камер, если рядом кто-то есть. Я там тусовался, она появлялась. Ну, судя по всему. Короче, Джимми похуй. Слушай, около минусовая даже была. Но смотри, Полградуса, примерно. Джин будет перемещаться быстрее, если жертва находится далеко. Но А в при отсутствии этом... электричества Джин не может пользоваться своими умениями. Вот и все. Я же свет вырубил. Проверил. А она его не включила? Она Нет. же может. Она же может включать щиток ведь сама. Не включала вроде. Ну, ну, поехали. Я могу сейчас шагнуться и посмотреть, включила она его или нет. Да поехали. В конце Да концов, когда у поехали. нас Макс подводил? В плане Так, этот же... интуиции. Я, блядь, угадыватель. Я про то и говорю. Когда нас Макс подводил своей интуицией? Ольё. Ольё? Это не Мюллинг, потому что нашумело. Ну, тут просто логика. Мюллинг должна была не шуметь как раз-таки. Она должна очень тихо ходить. Ну, у нас либо Джин, либо Абаки. Не издавать звуки. А Абаки почему? Абаки Какое меняет Абаки? Свой облик во время атаки. Ну, там шансов 2%. Ну, минимально, Абаки конечно. Абаки редко оставляет следы при взаимодействии с окружающей средой. Иногда этот призрак меняет обличие, в процессе оставляя уникальные следы. Что-то Да, ничего там шесть пальцев. уникального не было. Шесть пальцев, я имела в виду, что это ее уникальный. Ну, вот Афиолет, у нас только ноги на соли, поэтому... Тут это может подходить. Что она дверь не трогала, поэтому... Не, дверь она трогала перед атакой прямо. Но мы не проверяли уже. Ну, уже поздно, да. Уже было, да, не до этого. Там сколько там, на отпечатке сколько, 4 или 6%? Она поменяет шанс. Там 6 пальцев увидишь. Или один. Не Один знаю. точно. Жена моя, жена моя. Ой. Все указывает на Джина. Ну, поехали тогда, господи. Если еще учитывать, что минусовая практически была обычно не ниже там 3 градусов или там 2, а у нас была половина. Угу. 1625 экспы. Неплохо. Ну, с 1600 у меня 1575. А ты что-то не сделал. Не, у меня все выполнено. А что было дальше, вы узнаете в следующей серии. Всем пока.